А у нас вот зима, красота и очередные проблемы. Отгорело все нахрен. Вот. Как оно отгорело, то ничего не знает, но вот женек сейчас пытается починить. Дядя Женя, какие прогнозы? Прогнозы то, что я, блядь, заебусь и испачкаюсь. Ну, это, я надеюсь, самое страшное. Может, света все-таки появится. Опять замкнуло, тут одна фаза у нас отгорела, вот там вот дыра вверху беленькая видна. И теперь отгорел ноль. С какого перепугу, не ясно, непонятно, но вот, вот так. До этого тут ребята с кабелем воевали. Вот такая херня на белом свете. И главное, это по морозяке, по снегу. Нет, чтоб по теплу, по красоте. Вот так. Ну вот такая хрень, уже мы при свете работаем. Ну уже нет. Я тут подрубил, и площадка я тут перекручиваю тут с нуля. Выгорела. Не и знаю, все. Люк, я сейчас с нуля перекручиваю, и мне сейчас чуть-чуть не приезжай в гости. Да, пусть приезжает, Так, что там за. Ну, а у нас еще и вот здесь теперь. Что ж за бедствие такое? О, вороны летят. Я понял. Женек тут у нас как верхолаз. Там сделал. Включил тут, зараза, замкнула, что-то перемкнуло. Но не свинство, свинство. Вот, залезли туда, там вот, включили вот этот, отгорел. Что-то где там кнется. Что-то где там кнется. Какая-то вот гадость. Эпопея наша продолжается. Сейчас попробую с другой стороны. Главное, от погода хорошая, тепло, светло. Женьку лазить. И руки не мерзнут. Вот, зараза, свет. Чё? И это раскололось. Вот что-то вот эти клемники пораскалываются, перегорают. И, вероятно, из-за этого замыкание происходит через корпус. Я так подозреваю. Керастема везде устарела. Ладно, снимать тут нечего. Женек попробует. Будет свет, будет, не будет, значит, не будет. Выскакивает. А его наоборот не через колодку перекрутить как-то можно? Ну, или там одно на два провода? Да тут, блядь, хуй в огороде. Хуй, блядь, в эту колодку. Ну, повезло нам, короче. И светло, и тепло. И вот отгорело. Да, уж. Все, крутили, вертели. Честно говоря, тут все убито. Одно прикрутили, другое открутилось. Это прикрутило, там отошло. Включай. Но света я не вижу, чтобы загорелся. Здесь должен загореться был свет. Что-то он не горит. А нет, загорелся. Появился, да. Ну вот, конечно, тоже надо все брать, выкидывать и делать по-нормальному. Потому что всем этим коробкам по 30 лет уже, а то и больше. И это уже проблемно. Ну, худо бед. Вот, две муздыкалки. Вот тут замкнуло у нас. Женек делал. По погоде по такой. Вот он. Вот сделал и... Комутик, я сейчас тут закрою, да, мы пойдем, да, ключи, да, мерить на пробу. Да, да, да. Вот такие дела. Ну что, вот меряем здесь, что у нас где есть. Здесь вроде живое, ага, все. 55 вольт. 55 вольт, ну что, хватит. 6 вольта? А тут? 62 вольта. Ну нормально, если положить... 50, 60 и 50. Короче, закрывай, Жень. Все ясно. Там контактов нет, это надо делать нормально. Ну, 80, блядь. Чудеса в решете. Замерзли провода, 80. Короче. 80, блядь. 3 x 8, 24. Хуй его знает, то ли мультиметр замерз, то ли мультиметр, то ли хер его знает. Ну, лампочка вот горит, в конце концов, Женечка.
Ну пусть переходят. Раньше ж были лампочки по 32 вольта. Короче, вот такая задница на ровности со светом. Там замкнула. А тут теперь вот. Ну я думаю, мультиметр тоже встал, он просто немножко врет. Что-то мне кажется. А вот такая у нас эпопея сегодня. Быстренько. Фонарик. Вот. Я тогда слышу. Мне мою машину. Я сейчас быстренько проскочу, посмотрю, ничего я там не забыл. Откройте пока ворота того гаража, мы там посмотрим, что происходит. Нет. В том гараже.